спросил у летчика, с Хмеймима сверху вид похож на берег Крыма, море, горы, солнце светит ярко, чем здесь не Гурзуф или не Ялта. Посмотрел он в небеса с тоскою, вроде так все, только не родное, те же краски, а вот свет не яркий, а так привыкли. Все нормально, все в порядке, все в порядке, братва, все нормально. Если дома ждут, вообще идеально. Если верит и ценит народ и страна, все в порядке тогда, господа. Если верит и ценит народ и страна, все в порядке тогда, господа. Я спросил сапера из Пальмиры, они снятся ему ночью мины местных мастеров, чудо-игрушки, ждущие в развалинах ловушки. Отвечал он мне, пожав плечами, крепко, хоть и мало, спим ночами, взмокнешь, пока все окучишь грядки, а так привыкли, все нормально, все в порядке, все в порядке, братва, все нормально. Если дома ждут, вообще идеально. Если верит и ценит народ и страна, все в порядке тогда, господа. Спрашивал в Тартусе моряка я часто, лен по родине вздыхая, экипаж твой дом, среди братишек годы без жены и без детишек. Он вздохнул, подумал и промолвил главное, что ждут меня и помнят, жизнь стране вручили без остатка, а так привыкли, все нормально, все в порядке, все в порядке, братва, все нормально. Если дома ждут, вообще идеально. Если верит и ценит народ и страна, все в порядке тогда, господа. Если верит и ценит народ и страна, все в порядке тогда, господа. Все в порядке тогда, господа.